И я была полновата, хотя мне казалось, что я прекрасно делаю шпагат, и на мостик стою, и вообще пришла я пришла. 49-летняя Мария Порошина является одной из самых популярных и востребованных отечественных актрис. Несмотря на то, что звезда сериала «Всегда говори всегда» воспитывает 5 детей, она практически не вылезает с гастролей. Отец знаменитости Михаил Порошин говорит, что у его наследницы почти не бывает отпусков. Мужчина, у которого подрастает 11 внуков, до сих пор не может понять, как же его дочь все успевает. Когда он звонит Марии, та отвечает ему то из Сыктывкара, то из Сочи, то из Владивостока. А вот дома она бывает крайне редко. Ее надо успеть поймать. «С Машей я встречаюсь, когда она в Москве», — отметил Порошин.